Тривають останні приготування до дня народження міста. Програма цього року розмаїта. Серед іншого передбачаються чергові рекорди. Один із них збираються встановити на набережній. Я можу тільки натякнути, що він буде гастрономічний. А подробиці вже буду дізнаватися в обізнаних. Наші гості сьогодні – Олена Булах, голова Асоціації рестораторів і готельєрів Дніпра, та Вадим Проценко, директор агенції «Art Studio Respect». Добрий вечір нашим гостям. Давайте, наверное, начнем с рекорда, да? А потом уже взагалі, что вы будете делать на День города, ну не лично вы, для наших граждан, я имею в виду. Итак, рекорд. Рекорд какой-то съедобный. Да? Это будет не один, их будет четыре. Четыре рекорда. Четыре рекорда. В принципе, мы уже несколько лет подряд ставим рекорды, причем гастрономические. Гастрономический рекорд ставить непросто, это всегда сопряжено с тем, что это долгий процесс и производства, и организаторов, и безопасность жизни горожан, поэтому очень щепетильно подходим к выбору рекорда. В этом году мы делаем самую большую чипсину картофельную длиной 3 метра, которую будем раздавать, потом делает торговая марка «Картофан». В этом году мы делаем самое большое панно подсолнух, высыпанное семечками, тыквенными и черными семечками от торговой марки «Семки», тоже будем раздавать. В этом году мы делаем самый большой контактный бар из ЖБ-банки диаметром 5 метров, на котором можно будет попробовать замечательные лимонады, там, прохладительные напитки и просто получить удовольствие от этого архитектурного создания. Ну и самый большой рекорд – это 1000 килограмм конфет для жителей нашего города от торговой марки АВК, которая будет оформлена в виде большого красивого подарка. И каждые 15 минут в часе мы будем выделять время, будет интерактив, будет доставаться коробка и будет разыгрываться. То есть, в принципе, вот такой сладкий, большой, красивый подарок. Ну, необычно, да, неожиданно, необычно. Ново, я бы сказала. А ну, вообще, вот объясните мне, для чего рекорды? Я вот понимаю, рекорд – это соревнование с кем-то или с чем-то, да, ради чего-то. Ну, здесь, в общем-то, как такового соревнования нет, здесь есть, вот, получится или не получится, да, или на что рассчитываете? Нет, рекорд размер сам обозначен. Да, да, здесь самое главное – это максимализм. И самое главное, основной тезис, который идет красной линией вот, в книге Национальных реестров рекордов Украины, все, что было невозможно сделать, но мы сделали. То есть мы всегда берем такие рекорды, которые либо очень трудоемко повторить, либо невозможно сделать. То есть вот, допустим, та же самая чипсина, ее сложно сделать на производстве, но ее делают. Для этого потребуется огромное количество профессиональных знаний, технических знаний для того, чтобы ее сделать. А представьте, чипсину привезти, чтобы она не рассыпалась, не лопнула, чтобы мы ее выставили. То есть ее это привезут уже конечно, готовую, да, изготовив на производстве. Конечно, ее привезут готовую, и это, в этом состоит специфика, потому что это сложно. Тонна конфет – это момент максимализации, что максимализация – это большое количество. Ну, доставить несложно. Доставить несложно, но здесь мы берем объемом. Да. Бар из банки, ну, попробуйте выставить, чтобы правильно выстроилась конструкция, и чтобы оно не упало. Ну, и, в принципе, это красиво, потому что так никто никогда не делал. Рекорды мы еще берем определенные, знаете, мы их вынашиваем, эти рекорды, потому что у нас далеко не все рекорды принимают к регистрации. Если не одобрили, то есть вы посылаете Конечно, у нас есть темой, да? Да, у нас есть определенный бланк, мы заполняем заявку, мы обозначаем, что это, что мы такое хотим сделать. Там целая экспертная комиссия, которая рассматривает наш рекорд. А может быть, уже нечто подобное было. И если нечто подобное было, нам выставляют условия, что мы должны его побить, либо сделать лучше. То есть, а мы стараемся всегда делать такие рекорды, которых никогда не было. Да. Вот в этом наша специфика. Мы всегда даем что-то новое. И если даже где-то в голове у нас там возникла ситуация побить собственный рекорд, то, в принципе, мы понимаем, что мы бьем собственный, свой личный рекорд. А так, в принципе, это всегда что-то новое и необычное. А для чего? Чтобы привлечь большее количество людей? Да, или торговым маркам интересно такое своеобразное, это своеобразный маркетинговый ход, своеобразное рекламное проявление, необычная подача своего продукта. Ну и понятное дело, что это интерес, потому что это сопряжено еще с каким-то промоушен, с какой-то активностью дополнительной. Это хорошее наполнение мероприятия. А вдруг не получится? Вдруг чипсину делали и сломали по дороге? Ну, мы будем надеяться, что все будет хорошо. А если погода? А мы укрываемся
отбивать мы будет. Мы укрываем все в палатке, банки приклеиваем, все как положено. То есть готовимся ко всем моментам, неожиданностям природы, стараемся. Это я представляю, сколько количество селфи будет сделано, да, на фоне. Ну, у нас ну, всегда и вообще много. Фотографии. У нас всегда селфи. Много. Наша площадка вот уже несколько лет подряд, мы всегда активны и, в принципе, достаточно интересны каналам, потому что все-таки что-то необычное всегда. Вот. Плюс тот же самый Национальный реестр рекордов Украины, если они уже взяли за регистрацию, они высылают определенный пресс-релиз по всем СМИ, даже там в масштабах страны. И всем, кому интересно, все приходят на локацию, обязательно снимают информацию. Рекламка такая. Своеобразная реклама, да. Так, давайте тогда еще поговорим, что будет вообще еще из мероприятий, кроме рекордов. Ну, развлечения сейчас модные, поэтому я не сомневаюсь, что они будут рассказывать какие. Рассказывайте, Владимир. Добрый вечер. Хотим поделиться нашей радостью, что действительно праздник будет многогранным, и за основу мы, конечно же, взяли такие известные на весь мир праздники, как Октоберфест, как Фройвайнахт, ярмарки рождественские. Соответственно, это не только куда ты пришел, покукал и катался на карусели, прям грубо говоря. Прям замахнулись вы на Октоберфест. Ну почему нет? Октоберфест, частью Октоберфеста является музыка, музыкальная площадка, концертные проявления коллективов, как и национальных, собственно, так и приезжих. Поэтому мы пошли по такому пути. У нас будет установлена своя собственная сцена в нашей локации. Два дня беспрерывно с 10 утра до фактически до 20 часов мы будем развлекать всех наших гостей, пришедших на нашу локацию. Ну, сначала кормить, а потом, да? Ну, а тут уже кто решит, хлеба и зрелище или зрелище хлеба. Откуда-то то есть будет равное количество. Равное количество, да впечатлений обещаем. Два дня будут выступать. Понятно, что в первой половине дня будут выступать детские коллективы, студии джазового эстрадного вокала, детские. Затем мы переходим к коллективам, которые очень талантливые, но еще мало себя зарекомендовали у нас в регионе. То есть даем им возможность выступить. После этого у нас во время час пика посещения будут выступать очень известные коллективы, гитаристы в том числе, которые уже на всю Украину известны. И вечер будем, конечно же, закрывать очень веселой, энергичной рок-музыкой, вот, популярной музыкой. Количество участников, я скажу, ну, я сейчас, будем говорить, преуменьшу. Их 18, но их будет больше, потому что я просто сейчас занимаюсь лайнапом. Я не понимаю, такое количество желающих, я не понимаю, куда их вставить. Но будем вставить. Поэтому, да, очень будет разнообразная музыка. Абсолютно разноплановая, по направлениям, по стилям. У каждого одна цель – донести свою культуру, донести, будем говорить, свой профессионализм до горожан нашего, до жителей нашего города и создать общую приятную атмосферу. Но этим все не заканчивается. Я хочу также сказать о том, что у нас будут конкурсы для просто людей, пришедших на локацию. Это будет, сейчас планируем фестиваль семейного барбекю. Мы планируем конкурсы детские тоже с призами, подарками. Мы пытаемся человеку дать возможность не только, как я говорил, покушать, а действительно порадоваться, развлечься, где-то посоревноваться, то есть полноценно провести эти два дня, которые являются большим праздником, первым праздником для нашего города, в принципе. Угу. Так меня тут что-то второй день уже в студии клонит в материальное, а кушать-то что? Вы о духовном, а я о еде. Кушать-то что? Я начну, Лена продолжит. Если это продолжит фуд-фестиваль, то это должно быть что-то особенное. Да. К радости, да? При грамотной организации, в данном случае, команды за месяц, за полтора даже, я скажу так. Мы смогли сделать полную локацию по состоянию на 1 августа этого года, что касаемо рестораторов. Притом выбирали, советовались и максимально постарались уйти от наших днепропетровчан. Почему? Мы говорили с вами. Очень просто. Днепропетровцев почему? Можно попробовать прийти. Как правило, участвуют кто? Заведения, которые не являются, будем говорить, это не кейтеринговые компании, они не являются кейтеринговыми компаниями. Но для того, чтобы привлечь к себе посетителей в будние дни, не праздничные, они, соответственно, ставят свою зону и работают с публикой, угощая, как правило, основными продуктами, которые подаются у них в заведениях.
Вот. И разнообразие, это, соответственно, гриль-меню и прочие моменты. Ну, это, которые... Да, это промоушен, это возможность там для них заработать. Да, ну да, скажите, ну... а может, где у нас можно в городе Днепропетровске, допустим, свежую корюшку там пойманную, вот только-только обжаренную во фритюре покушать? Это могут только одесситы привезти, соответственно, к нам едут одесситы. Где мы можем в нашем городе съесть вареники на пару приготовленные? Ой, ну это вообще, ну стыдно, это все должны делать. Ну простите, но у нас есть прекрасное заведение, работающее в этом формате, но они делают просто вареники. Вареники. А у нас в данном случае вареники на пару, 15 метров зона. К нам едет Харьков. Лен, продолжай, потому что... домашние делают, ну, да? На самом деле, да, рестораторы, я говорю, называю их монстрами стритфуда. Это те предприятия, которые ездят уже, будем говорить так, не только по Украине, но это те, кто едет действительно на то же самое. Октоберфест, Венгрия, Чехия. То есть это без проблем, потому что это уже целые сложившиеся коллективы, которые выезжают со всем своим, начиная от самовара и холодильника, заканчивая зонтами, столами, стульями. Вот опять-таки в прошлом году... В Днепре году... нет таких монстров стритфуда. Ну, пока мы еще немножечко, наверное, не доросли, потому что в прошлом году мы показывали, что тут есть. К нам приехал Миргород, Тернополь. В этом году мы опять пригласили и Миргород, и Тернополь. В этом году к нам добавились Полтава, Харьков, Одесса. И на самом деле люди едут и берут себе огромное количество территорий. Ну, длина по красной линии там 10-15 метров, то есть выкладка национальной еды в колоритных нарядах. Все это красиво, все это грамотно приготовлено. То есть мы четко понимаем, что это люди, которые действительно едут со своим холодильным оборудованием, со своими полуфабрикатами, все со своими генераторами. И мы безопасно понимаем, что безопасно в первую очередь это все кушать, потому что мало того, что это вкусно, это еще и безопасно. И если вы увидите то оборудование, которое они выставляют, огромные чаны, огромные мангалы, нам действительно не стыдно показать городу Днепру, что вот так вот можно, вот так вот ну, можно супер. Работать. Мне то кажется, так и должно деле, быть. Да, и вот эти вот 100 с лишним метров, которые мы заняли на локации, да, это вот именно вся та красота. Ну, будем говорить честно, мы собрали самое лучшее, что есть в Украине. Вот на таких фуд-фестивалях все должно быть, ну, интересно по цене, во всяком случае, это должно быть дешевле, чем, например, пойти в кафе или в ресторан. Такое будет? Или вообще это дорого? Будет, будет 100%. Благодаря тому опыту, который мы приобрели за крайние там 5-6 лет работы, мы поняли, что цены необходимо регулировать. И когда в момент приезда всех на локацию, мы, как правило, делаем общее собрание, говорим о том, что не надо занижать, демпинговать, не надо завышать, кому-то портя продажи и себе, ну, не давая возможность заработать. То есть, как правило, мы делаем усредненные цены, мы беседуем со всеми. Понятно, что кто-то может закупить там, грубо говоря, молочного ягненка, там, оптом. Кто-то может поехать в метро купить там охлажденку или заморозку. Разная цена и все. Да, но да. Мы стараемся все-таки нашим рестораторам намекнуть, как мы, в принципе, и сделали в преддверии этого праздника, о том, что лучше не пожадничать и поставить цену пониже, и за счет этого получить ну, больше лояльной публики. Вот. И стоит также сказать, мы готовим очень большую зону хендмейдеров с абсолютно разнообразными изделиями. Это даже будет, да. Будут даже бижутерии ручной работы, будут мотанки, будут расписные изделия деревянные, будет сшитое, связанное. То есть будет очень много чего интересного. Я думаю, что все уйдут с нашей площадки через два дня. Сытые и довольные, с подарками, да, с призами. И я уверен, что этот праздник, ну, будет на уровень выше, чем в том числе в том году. Ну, приглашайте. Где, когда еще раз? И со скольки до скольки это будет продолжаться еще раз? Давайте приглашаем. Дорогие друзья, мы вас ждем на локации, которую мы для вас подготовим. Локация начинается от... стелы «I love Днепро» и уходит в сторону, скажем, гостиницы «Днепропетровск», для того, чтобы не делать рекламу каким-то занедением. До моста, да, до моста. То, что мы гарантируем, что вы будете себя чувствовать комфортно, это факт. Плюс, безусловно, что нам помогают городские власти, правоохранительные органы в том числе. То есть вы получите максимум удовольствия. Начало работы локации 9 числа с 10 часов утра. И, соответственно, до 23 часов на большой сцене рядом с нашей локацией будет выступать, как всем уже, наверное, известно, Верка Сердючка и Алексеев. Вот. На второй день мы... Настоящая, да? Не двойник. Настоящая, да.
Тут не пройдет. На второй день мы максимально убираем всех ведущих, мы максимально убираем все, что может как-то раздражать или нервировать, или уже приелось, и мы делаем фактически такой чиллаут день, день отдыха. Начинаем фактически с 11 часов работать на нашей сцене и до 8 вечера, но кормить будем до последнего клиента. Вот, угощать, веселить, и это уже больше такой день отдыха. То есть меньше интерактивов, больше для тела, для души, для глаз, для ушей. Все понятно, щедро, щедро. Пусть вам еще погода помогает, да? Спасибо. Ну, не забудьте про санитарные там какие-то условия, да, необходимые. Да. Вот. Ну, не знаю, чего вы говорили, волнуетесь вот перед началом. По-моему, все хорошо у вас, и все должно быть хорошо и вкусно. Спасибо. Спасибо большое.